На республике или ты как всегда, блин? На разминку. Или ты как всегда прыгаешь на этот? Ну вот, у вас и у вас. Итак, три схватки. Значит, если ты выиграл, смотри, если ты выиграл Европу и мир, а он Олимпийские игры, это ничья. Смотрим, кто быстрее закончил. Сколько, какие у тебя победы. Если у тебя победы 10-0, 10-0, а не у 5-7-0, значит, ты выиграл. А может и нет. Я подумаю. Все. Пошли. Пошли. Чемпионат Европы. Верхние чеканы. Бутук Владислав. Спортивный лицей номер 2. Директор главная Лена. Фрунзе. Георгий. Чеканы. Жод. Пастухов, спортивная школа Олимпийского резерва. Бурдужа Владислав. Личево спортив номер 2. Шида буду давать за выход простой, не борьбу в прямые руки. За неведение борьбы всем участникам шида. Первое. До конца, до конца! Логика. Георгий, вот ты. Лицо. Слышишь на лицо. Рубашку ты дал, видишь, можно получить, да? Но! Нету. Две минуты. Георгий, держи! Болевой делай правильно. Молодец, Влад. Не вставай, Георгий, ты получишь болевое. Старайся к нему. Там потихонечку вытащи. Георгий, ну ты, только. Мате, был бросок, ты упал на бок, но он не делал бросок, я не видел, не было захвата у тебя, поэтому я не могу дать тебе базарик. Ты уходил просто, да, он не сделал правильно, базарик не дам. Хочу. Захватки держал руками. Так, бутылка шира, стоишь не получил. Ноги, ноги одень. Ноги запусти, а то он тебя перевернет. Пастухов Бурдужа, вам второй шей, да? Так я только что бросок сделал. Ну что? Вы целые две минуты стояли здесь. Не отпускать, не отпускать, ни ноги, ногами, куда, туда, назад. Георгий, стой там. Вам второй шаг одному и другому. Время. Три. Два. У каждого по два шага.
Шеда переходит в Golden Sword. Golden Sword. Знаешь, да? Или бросок, или кто-то получает шеда там за выход, еще. Внимание! Джон! Вот теперь уже. Я за это не даю. Георгий, вот я только лицо. Георгий, лицо за столик. Ну вот до конца. Ах. Я по центру не там, не здесь. Стоп, Георгий, стоп. Берется сюда, ты стоишь ее, стоишь. Сюда можешь, я ничего не помню. Ну, тянет, ну, где выпрямить, стоп, шины получишь, и все, ты выиграл. Стой прямо. Стой боком, стой прямо, и все. Нет, только... Базария, Георгий Мате. Сделал и до конца сделал. За это базария дается. Итак, четвертый раунд по буту. Отдыхаете. Можно дать, можно не дать. Не-не-не. Что не-не-не, блин, надо... Брать. Базарим, базарим! Нет. Судья. За разговоры шида три. Так, а что? Время идет, я не могу остановить. Так. Что идет? Да, разбудутся мне. Георгий, становишься? Берешь право установленный заклад. Право второй незапанты и здесь поставь. Держи чемпион, вышли вперед, бутук и подступок, Артем. Лопочек, тяни носочек, Георгий, тяни вперед носочек. Георгий, вот так надо, не так, а вот сюда. Вот, вот, вот. Подступок, видишь, как чувак боролся?
Как болевые дела. А там? Да. Каждый раз, когда он залезал, это настоящая атака. И похож на тебя? А? Вот вздох тоже можно это делать? Мало что. Он иногда такой классный, и поможет, все, проведет. Иногда такой, блин. Смотри, все, сделали шаг назад, приготовились. Пастухов за ковер, Бурдушу за ковер. Итак. Мир. Пастухов, какой прием сделаешь? Бурдушу, какой прием сделаешь? Ты помолчи, ты сейчас ударишь. Вот тут какой прием сделаешь? Ну как ты знаешь, ты же выходишь бороться. У тебя должен быть один коронный прием. Ты его можешь сделать, не сделать, но к нему же надо стремиться. Ты выходишь и думаешь, блин, начал бороться, а что делать, не знаешь. То есть у тебя, раз ты знаешь, какой прием, ты знаешь, какой захват брать. И ты уже начинаешь с чего? С захвата для того приема, который ты хочешь сделать. А ты выходишь и не знаешь, а потом противник взял такой захват, ты взял ответ, а теперь взял и бросил. Почему? Потому что это для него хороший захват, потому что он коронный прием делает. Георгий, что? Какой прием? Пастухов, какой постараешься сделать? Влад, какой прием постараешься сделать? Передний. Передний под нож. С падением, наверное. Но делаешь так, что у тебя спина там изгибается, мне аж иногда страшно становится. Надо что-то чуть-чуть изменить, а то не травмировать. Что у вас? Через силу с колен. Я не спрашиваю, как он стал. Вдруг ты за это заходишь. Тогда в это нельзя сделать. Он левша. То есть получается, в эту сторону начнешь делать, и у тебя может завалить. Чтобы было аккуратно. Что? Передний подножку, да? Хорошо. Приготовились. Пастухов еще задний. Не решил пока еще? Заднюю сторону. Заднюю подножку? Да. Ему? Да. А ты хоть раз делал? Нет. Ну хорошо. Все. Примерно у вас есть. Время. Пошли. Одну секунду. Пастухов. Да. Артем, скажи мне, пожалуйста. Как ты можешь стоять на расстоянии, вот таком расстоянии, и руки вот здесь держать? А если он бросится, ты руки не успеешь поднять и поднять. Наверное, ты уже ручки должен, уже должен. То есть какое-то уже расстояние должно быть между собой и противником. То есть ты должен, ты раз-раз немножко убрал, раз-раз уже почувствовал, а потом уже, а ты вот так стоишь. Время! Собрались все 12 лидеров. Нет оценки. Что ты его отпустил? Что дальше не работает? Он так и будет стоять ниже, потому что ты физически сильнее. Ты больше весишь немножко. В Азаре. Ну до конца! В Азаре! Пастухов, а? Ты в Азаре?
Асы тоже. Раз. Два. Три. Четыре. Смотри. Моток в базаре, поступок в базаре. За неведение борьбы. Отжимаем. В азаре идет поступок и бутылку. В азаре, Георгий, делай борьбу. Переходим в убежание. Так и держи. Руку делай. Стоп. Выбили ногу. Встань. И вот так, смотри, ногу просто. Вот так. Юрки, иди сюда. Пошли вот это вот ногу. Сейчас ты выходишь. И вот это. Не работаешь. Чисто спиной. А руки на месте стоят. Наверное, надо захватить шею. А я что нахожу? Шею хватать надо. Уже пускай захваты за шею надо брать. Тебя рука не дает поворачивать. Пастухом. И буду уже. Вам второй шею. Ты бьешь по ноге, надо цеплять. В азаре вот эту позу. Как мне в азаре? Поступово. Так ты мне он сделал. Он тебе сделал бросок. Посадку. Да. Ты полез вперед, он тебя бросил в другую сторону. Да. В азаре. В азаре, Матэ. Что ты? Вари на дворот, тебя снимают. Что это? Два в азаре у Георгия, значит, чемпионат Европы выбрал. У тебя два в азаре. Поклонились. Так, встали. Заправились, встали, потечку делают. Не убирай, вставай заправиться. Первое, что он не будет, это заправиться. Перед тем, как умереть, чтобы когда кормить, то красивый был. Заправились. Пошли подсечку. И пошли. Пол. Пошли. Минуту первые. Не смотрим на ногу, не смотрим, выпрямляемся, так.